Почти 50 уголовных дел, более 170 дорожных происшествий и 165 квадратных метров отремонтированных дорог. В администрации городского округа Люберцы прошло традиционное совещание. Начальники управления рассказали об итогах работы за прошедшую неделю. Более 80% уголовных дел, заведенных недели ранее, раскрыли люберецкие полицейские по горячим следам. Сейчас правоохранители отрабатывают ложные звонки о минировании школ, аптек, торговых центров. Ко всем вот, к управляющим компаниям, ко всем вот, водоканалам, теплосети также обращаюсь. Если вдруг будут такие идти к вам звонки, еще раз проведите занятия с вашими диспетчерами, кто сидит на телефонах, чтобы городские телефоны они правильно могли положить, там не на телефон клали, а рядышком положили трубку, чтобы мы с вами вместо сотрудниками ФСБ могли приехать и снять ту информацию, которая положена. В штатном режиме проходят работы по зимнему содержанию сети областных и городских дорог. Основная задача – очистка улиц и магистралей от наледи. Всего за прошлую неделю с окружных дорог вывезли более 2000 кубометров снега. В рамках содержания уличной дорожной сети проведены работы по механизированной очистке проезжей части, площадей от снега и обработка дорожной сети противогололедными материалами. 3000 кубических метров снега вывезли с территории дворов. В уборке участвовали 900 человек и более 100 единиц спецтехники. Особое внимание в управлении благоустройством уделили работе по вывозу мусора. Силами единого регионального оператора «Эколайн Воскресенск» ведутся работы по оборудованию контейнерных площадок серыми контейнерами для грязных отходов и синими контейнерами для чистых отходов. В период с 1 по 8 февраля выполнены работы по установке 136 серых и 25 синих контейнеров. Более 4500 раз люберчане вызывали скорую помощь. Более 2000 звонили в службу 112 по поводу работы полиции и ГИБДД. 49 раз обращались за помощью пожарных. Александра Томей, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.